Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, я вас жду. А сегодня мы будем с вами жарить стейк из свинины на сковороде. Для этого нам понадобится мясо, вот такое порционное, здесь у меня 6 кусочков. Соевый соус 100 грамм, соль крупного помола, красный перец, черный перец, тоже крупного помола. И горчица. Горчицу желательно сухую. Но у меня нет ее. Я вот использую это. Такую обыкновенную. Это ничуть не хуже будет. Ну, поехали. Смешиваю соль крупного помола, красный перец, черный перец крупного помола. Вот здесь. Это вот нам нужно для... чтобы свинина наша напиталась. И теперь вот видите, обмазываем вот так вот, вот прям втираем туда, втираем. О. Все везде на краешках. Не бойтесь, что соли там, она уйдет, на сковороде останется часть. А теперь мы ее вот обмазываем горчицей. Вот так каждый кусочек мы делаем. И заливаем 100 грамм все эти вот кусочки. Складываем и заливаем соевым соусом 100 грамм. И кладем в холодильник на час. И потом через полчаса, через 30 минут я переворачиваю это мясо. Вот вытащили наше мясо, оно промариновалось. Час прошел, а теперь мы его немножко обсушили, моем полотенцем и начинаем жарить. Сковороду разогрели, видите уже, она разогрелась уже, появились у нас пузыречки. И теперь кладем наши кусочки. Жарим 3 минуты в румяной корочке. Потом переворачиваем, еще 3 минуты. Переворачиваем мясо. Это. Жарим еще 3 минуты с другой стороны, а потом на средний огонь, где-то минут 7. Вот и пожарились наши стейки. Теперь мы их, пока они горячие, закрываем пленочкой. И пусть они минут 5-7 лежат под пленочкой. И все у нас. Блюдо готово. Приятного аппетита!